Добродушная женщина встретила во дворе маленькую девочку и просит показать на пальцах, сколько ей годиков. Девочка показала 5 пальцев и говорит: «А теперь, тетя, вы покажите на пальцах, сколько вам годиков». Группа потерявшихся российских туристов была найдена благодаря местным попугаям, которые крыли матом весь маршрут наших российских туристов. Аниптико! Мое финансовое положение. Хожу в магазин со своим пакетом, сменилось в этом году на заделываю дыры в этом пакете скотчем. Приходит Винни-Пух к Пятачку с пянкой варенья. Пятачок спрашивает: «Винни, а где ты варенье взял?» Винни-Пух говорит: «Иду я по лесу, смотрю, навстречу мне летит такая огромная пчела из банки варенья вместо меда. Ну я беру палку и сбиваю эту пчелу, забираю варенье и ухожу». А она мне вслед кричит: «Я Карлсон, я Карлсон». А кто это сделал? Мужик с тещей сели обедать. Из другой комнаты жена кричит: «Не ешьте, голубцы, они испортились!» Теща говорит: «Чего она сказала?» Мужик говорит: «Она сказала, что я не заслужил, голубцы, и должен отдать их вам!» Босс спрашивает у подчиненного: «Как думаешь, куда в этом году податься на отпуск? Гавайи, Ямайка, Карибы?» Подчиненный говорит: «А про город слыхали?» А ежи! Теперь Петруха пришел в ресторан и говорит: «А мясо у вас есть?» Официант говорит: «Конечно, тем более мы выращиваем мясо сами». Теперь Петруха спрашивает: «А что за животное это сами?» «Да ты успокойся, я тебе говорю!» Наташа Ростова долго и нудно объясняет поручик Куржевскому про игру шахматы. Поручик, не выдержав, спрашивает: «И чем же все это кончилось?» Наташа Ростова говорит: «Матом на 31-м ходу». Поручик спрашивает: «И что же вы ответили этому хаму?» Стоит группа мужиков и ничего не делает. Подходит к ним полицейский и спрашивает: «Товарищи, почему вы ничего не делаете?» А те говорят: «У нас перекур». Полицейский спрашивает: «Так вы же не курите?» А те отвечают: «Мы работаем дегустаторами сигарет». Подписываемся, кликаем на колокольчик. Так,